Ну вот, сегодня у нас 16 сентября. Отъезжает наш брат Виталий. Он забирает сумки свои. А, стоп, стоп. Сейчас. Уже надо завязать иначе. Вот. Замена приехал брат Сергей. Давай, брат, с Богом. Давай с Богом. На связи, брат. Да. Давай, держись. Ты тоже держись. За Христа. За Христа, да. Давай, возьми вот эту, пожалуйста. Да, Не пристегнуто, ничего, без ремней. Вот, и вот это вот. Не-не, подожди, не знаю. Это может быть вообще. Вот смотри. Сейчас сумку надо, да? Смотри. Вот это вот просто так стоит. Вот сюда ставь сумку. Ну да, сначала большую, это все подраспихнуть можно будет. Оп. Вот так. Можно вот. Ой. Ну, она вот с другой стороны, вот эти, да? Не, она должна вот. Тогда, подожди. Ага. Тогда вот сейчас надо будет вот это сюда сдвинуть, и вот так вот поставить. Вот так, чтобы будет. Тогда мягче. Нет, она не будет надо. Она подлиннее не стоит. Вот, смотри. Пойдет? Ага. Вот так. Шла. Все, шла. Так, что теперь? На нее, держи, на нее ложи. Да, на нее ложи. Не, это ты сюда потом положи. На нее ложи. Облачение. Вот это вот все, да. Ложи прям справа, направо. Так ложи, чтобы она хорошо легла, не это. Не съехала, ничего. Давай. Ну, вот, так. Это сюда ставишь. Ну это можешь сюда поставить. А он вот сюда. Не должен. Да. Сюда, так, ничего не взяли, все забыли. Все забыли, ничего не забыли. Это как обычно в последнюю минуту собрал. Все? Классика жара. Подожди, проверь. Так. Че, брат, давай с Богом, держись. Давай. Набирайся духа. По связи. Это будет по твоим словам. Будет? Да, с Богом, брат. Я туда. Спаси Христос тебя за помощь. Ну, все. Ты мед-то забрал, все? О, мед. Мед. Где? Братья. Еще мед. Мед забыл. Сейчас. Брат, помоги ему вот. Помоги, пожалуйста. Пока еще нет. Рубашку. Рубашку. Все. Сюда. Виталий мед не взял еще. Сейчас. Ну, не прощаемся с вами. Идем вас на лекционное сопровождение в дивизию к нам. У нас там целые. Помните, когда вы... Это особое место проповедь. Мощная проповедь. Мы ехали в одном где-то районе, это Юрпуск, а вот эти все телеграфные столбы подряд, вот так вот вытащили, что-то говорили. Вот так, 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 так.
когда людям расскажешь, это же проповедь живая. Ты один раз разъяснил, каждый раз будет вспоминать. Главное, кверху никак, а в Париже это было, там вот так вот это вот белое, а потом синее, вот так вот, а то ничего не говорит. Вот, в таком порядке. Это откровение, великий белый престол, об этом ни в одной религии не говорится нигде. Это для всех рождения одинаковое, безболезненно никто не рождается. И все говорят о лучшем, о высшем, а это через нравственность, это достигается по-разному. Технология православия, нет этих слов. Нету конфессии деноминации, есть ересь. И когда человек говорит, а какой ты деноминация, а вы говорите, я поправляюсь, какой вы ереси? Или православный, или еретик. Весь сказ. Степа, куда несешь? Я рад, что приехали. Да, супер. Вы где там служите? Сибирская великомученица Варвара. Это военная где? Вы первые погибнете. Ну как, зато да, быстро. Первое. Зато быстро. Да, прям знаете, на... Стефан! На Валекову распадаешь. Нас первый. Да, там, понимаете, на цели настолько на Сибирске, это вообще... Сегодня супер звуковые, там 10 раз больше прежней скорости ракеты. Все вкусно. И направлены до, допустим, наше до сотни. Дело, чтобы они быстро, как говорится, сказали, Господи, помилуй. А как, говорит, бороться с этим? А говорит, бери простынь белый, говорит, и по забору на кладбище. Да. И еще, говорит, на вытянутых руках, чтобы это обмунирование не замарать. Ну все доброго, до свидания. Давайте с Богом. Садись. Давай. Спасибо. Помнишь, я сказал, береги время свое и других. Я очень не люблю, когда кого-то жду. Нас отец так научил. Жизнь такая короткая, каждую минуту береги. По славу Божию. Все. Полюбили они мою фуражку все. Другим, говорит, расскажем. А вон впереди сопровождающий бежит. Пророк Илия перед колесницей. Отец Игнатий. Эта расцветка у людей вызывает два мнения. Или восторг, или непонимание. Ну, а только делок. Мне зачем? Я об этом не думал. Я знаю, это проповедь. Батюшка говорит, надо подвоши ноги до темени головы патриоты. Это нам досталось. А Украина что там, желтый или какой-то, это подсолнечник, ну еще подсолнечник. Еще на чем говорит? Ну, масло, а дальше масло и опять в отвал. Ну, мне оно ни о чем не говорит. Нет. А это говорит... Рождение, смысл жизни, суд Божий. Да. И в таком порядке, главное, идет. Так, я все забираю, Володя. Пошли. Угу. Так, что, заниматься будете что-то? Давай.